сразу увидел этот автомобиль и сказал «хочу». Почему? Потому что автомобиль меня прельстил своей ценой, своими возможностями. Что за автомобиль? Автомобиль корейский, настоящий джип, ну пикапчик. SsangYong Musso Sport. Я все-таки постараюсь весь город Магнитогорск пересадить на пикапчики. Ну почему? Потому что пункт А это достаточно доступно, пункт Б это, в общем, то, что доктор прописал для нашего города. Особенно для тех, кто любит немножко строить, ездить на охоту, ну и вести достаточно активный образ жизни. SsangYong Musso Sport. Что это такое? Это полноценный автомобиль с четырьмя полноценными, соответственно, дверьми. То есть, если, допустим, по некоторым пикапам производства Китая были некоторые, соответственно, нарекания, то здесь нет. Очень свободный доступ. Автомобиль дизельный. Что мне еще больше понравилось? Потому что дизель здесь трехлитровый, пятигоршковый. А, еще с интеркулером, еще и с турбиной. Сколько стоит такая машина? С полным фаршем, разумеется, нормальным корейским. С климат-контролем, со всеми делами. Вы можете ее легко приобрести по цене от 625. Причем, разумеется, это гидроусилитель, а 725. Это еще и коробка-автомат, что очень приятно, допустим, для девушек. Где машину приобрести? В Урал-Авто. И еще некоторые виллы в бок нерадивым, скажем так, официальным дилером. Я не совсем понимаю, но вот если ты задавался дилером то, или груздем, то полезай в кузовок. А в кузовке у Урал-Авто, что на советской 32, между прочим, все SsangYong'и, выбирайте себе на вкус. Вот чем хорош дизель. Я на глаз не жму, а он поехал. Трогаться, в принципе, можно и со второй. Ну, нежелательно, потому что все-таки дизель-то турбо. 2,9 объемом и 120 лошадиных сил у него в запасе на трассе, а 256 ньютонов на метр – это на бездорожье. Крутящий момент. Он же важен на бездорожье. Вот настоящий рецепт настоящего джипа. Джип, все-таки, я считаю, должен быть пикапом. И SsangYong Musso Sport, он и джип, и пикап одновременно. Это пикап, сделанный из полноценного большого джипа. Причем, вот честно говоря, такая переделка, она прибавила машине имиджа, потому что, ну, были претензии некоторой несуразности того Musso, просто Musso. А вот когда он стал Musso Sport, ну, просто великолепно сложенная, классно сделанная и по дизайну машина. Что касается подвески, сзади здесь не разрезной мост, но он на пружинах, и это уже комфорт. Спереди торсионы на рычагах, то есть подвеска настоящая джиповская, то есть то, что доктор прописал. За ней и ухаживать-то особо не надо, и убить ее достаточно сложно. Ну а что касается полного привода, то он включается, как на всех современных, суперсовременных джипах, кнопочкой. Причем привод здесь тоже настоящий, натуральный джиповский. Потому что это, что называется, под тайм. То есть на самом деле по трассам и по дорогам грунтовым, но беспроблемным, вы ездите, что называется, на задних колесах. Ну а если появляются проблемы, остановились, включили магическую кнопочку и вперед в пампасы, в бездорожье, в тундру, куда хотите. Причем я думаю, что внедорожные качества вот этого экземпляра очень хорошие, это мягко сказано. Так что, господа, у вас есть возможность приехать на Советскую 32 и самим убедиться в том, что я только что сейчас вам рассказал.